Меня часто спрашивают люди, почему мы должны купить недвижимость в Турции. Почему? Очень много причин есть, но для меня очень важны некоторые причины есть. Я вам скажу сейчас, очень важно, что природа, свежий воздух, натуральные овощи, фрукты – это лечебный город, лечебная страна, друзья, Турция. Это просто врач, Средиземное море, солнце. Это очень важно. Море и солнце, климат никак не можем убирать, правильно? И такой климат, поверьте мне, нигде нету. Дубай нету, Испания нету, нигде нету. Вот такой атмосферы практически зима нету. Природа очень богата. И очень богата еще исторические места много. История богата. Например, в Дубае такого нету. В Дубае нету природы. В Дубае нету вот такой зелень, море, морской воздух, свежий климат. Нету, просто нету. Там все искусство, друзья. Поэтому люди покупают недвижимость здесь, друзья, потому что здесь себя чувствуют очень хорошо, потому что здесь здоровье, для здоровья все есть. Еще очень важно, что здесь как-то вы недвижимость покупаете, не просто так покупаете официально, и еще вы имеете право долю получать от земельного участка, друзья. Не как аренда, не как Дубай, либо Испания, либо Таиланд, 47 лет снимаете жилье. Просто это что означает оператор? Означает, что ваша недвижимость, ваша... Остается на будущее вашим детям наследство, да, наследство, вот наследство, нашел это слово, наследство, это важно, друзья. Потом еще важно, что здесь в Турции такая политика очень хорошая. Нету вот такой критика, нету вот такой какой-то скандал, нету в Турции. Пытайся всем дружить, это очень дружба, дружеский. Дружеский, да? Дружеский народ. Дружеский народ, дружба страна. Да. Дружба? Дружба? Давай, народа. Помоги, дружба, хочу все народа, это рассказывать. Да. Как? Дружба народа между всеми. Да, дружба народа между всеми. Пытайся отношения держать всем очень хорошо, хочет жить мирно просто. Это тоже важно, например, нет санкций здесь, в Турции, как Европа, друзья. Поэтому, поверьте мне, Турция – это очень лучшая страна, очень интересная страна. Как турок, я это здесь чувствую, все защищено, безопасная страна, друзья. Так что здесь, поэтому, все будет лучше, чем сейчас, друзья. С вами Асым, компания Арботомс, город Аланья, самый теплый точка в Турции, где нет зима, друзья. Вот такая погода яркая, и море, солнце, друзья. Здесь хочется больше всегда жить, наслаждаться, друзья. Действительно, погода хорошо, здесь натуральные овощи, фрукты в Алании. Алания – это уникальный город, друзья. Люди очень любят здесь жить и отдыхать. Скоро хочу с вами, вот это огромный 2-3 этажа вилла. Хочу с вами поделиться, друзья. Это примерно одна вилла. Здесь еще вилла есть, другие есть. Вам интересно цена и покупать, мы вам можем показывать индивидуально через Viber, WhatsApp, Telegram. Друзья, просто хочу сейчас просто примерно показывать. Так что в каком виде эта вилла будет? Уникальная вилла, друзья. Ваш вид, вот этот вид никогда не закрывается. Ваш вид, вот этот панорамный, огромный, большой вид никак-то не закрывается. Тихо, спокойно место. Еще самый главный, друзья, сторону. Новый аэропорт Гази-Паша. Отсюда буквально 10 минут ехать недалеко, друзья. Все близко. Поэтому город и район будет развиваться, друзья. Так что вот на высоте находимся. Конечно, как-то вилла есть. Вам нужно просто машина купить. Еще одна машина. Я думаю, что для такой клиенты, наверное, деньги должны быть
да? Поэтому не будет жадничать за машина. Такая, если деньги тратит, такая вилла, она дорогая, но стоит качество и большая, друзья. Хочу с вами поделиться. Вилла именно отдельно, республика, друзья. Просто есть гараж, есть парковочное место, есть свой бассейн. Просто можно подниматься, потихоньку поднимаемся. Это сад, просто относится здесь. Даже лимон есть. Сейчас можно сорвать лимон. Вот. Лимон, вот такой лимон. Сейчас сезон лимон, очень хорошо, вкусно пахнут. Так что, друзья, если вам интересно купить недвижимость в Турции, компания Arbatoms почти уже 15 лет на рынке недвижимости, друзья. Огромный большой опыт есть. Можем с вами поговорить, общаться индивидуально, как ваш турецкий консультант, друзья, Асым, владелец компании просто. И мы здесь уже начали. Вообще, главный выход там, бассейн, здесь парковочное место. Два сад, бассейн, все здесь, тихо, спокойно место, друзья. Так что, если у вас есть большая семья, вот, пожалуйста, если есть еще у вас деньги, много-много деньги, друзья, вот, пожалуйста, вот такой вилла, без мебели продаются. Просто я вам хочу показывать примерное качество и месторасположение, друзья, вот в таком виде. Ваше счастье. Всевидам на Средиземное море. Вот, очень качество. Вот, потрогай. Потрогай. Тоже. Аппарат, ты тоже потрогай. Очень, да, очень вид, вот, Средиземное море, даже Алания, Аланийская крепость тоже видно, гору, вот, сидите, наслаждайтесь от турецкого жизни, друзья. Кухня тоже здесь уже люди живут, купили. Здесь остался еще три вилла, здесь соседи вилла, планировка одно и то же, одинаковая планировка, и вот в таком качестве продают. Очень можно по-близски показывать. Вот это все камень. Камень очень качественно, хорошо. Так что, друзья, если вам что-то непонятно, если вы хотите именно вилла жить и видно, что получать, друзья, даже гражданство, если хотите получать, чем раньше, чем лучше, друзья, можете для более подробной информации к нам, ко мне, обращаться, друзья. Здесь тоже открывается вот такой длинный большой балкон, друзья. Можно выходить на балконе? Оператор, можно, разрешаешь? Таким видом. Да, таком виде надо обязательно. Вот бассейн здесь. Вот бассейн здесь. Огромный большой бассейн. И вот так. Вот это жизнь, друзья. Хватит завидовать кого-то. Хватит сплетничать. Хватит про кого-то говорит, постоянно нервничает, злится. Просто живите, наслаждайтесь, друзья. Потому что мы живем один раз. Мы просто живем один раз, не 10 раз. Поэтому надо вот этот воздух дышать. Надо вот эту красоту почувствовать, друзья. Быть позитивным всегда. Счастье очень важно, в самом деле. Это очень важно. Вот, меня иногда люди спрашивают, как вы можете так постоянно быть счастливым, как вы постоянно позитивный человек. Почему? Вы знаете, друзья, я потому что благодарю Богу, что у меня здоровье есть. Руки, уши, глаза, ноги, руки, все работает. Я вижу утром, как-то встаю, открываю глаза, вижу солнце, море, вот это, вижу свою семью. Это за это я благодарю просто. Каждый день благодарю, что у меня семья счастлива, довольна. Это на самом деле счастье. Как-то семья, как-то у вас здоровье есть. Это счастье, друзья. Бывает всегда хуже. Так что вот такой бассейн. Там камень, натуральный камень. Наружу вот это. Здесь дерево. Аппарат покажешь, да? Вот здесь дерево. Автоматически жалюзи. Жалюзи или жакузи? Жалюзи. А жакузи это другой, да? Жалюзи автоматически открывается, закрывается. И сетка тоже есть, друзья. Так что вот в таком виде. Стоп, оператор, там покажи вот это. Очень большой зал.
Дели небольшой зал, чтобы видно было метраж. Огромный большой, 375 метров. Вилла 375 метров. Так что и здесь санузел, вот такой длинный, широкий. Давайте другие комнаты тоже посмотрим. Итак, вот такая вилла, друзья. Огромная, большая вилла. Три этажа еще внизу есть. Кладовка и большой бассейн, сад. Очень большая вилла. И самое главное, я вам говорил изначально, вот этот вид, ваш вид никогда не закрывается. В Алании, в Турции сцена зависит от вашего этажа, от вашей виллы, друзья, от вашей вид. Если у вас с видом на море, на гору, совсем другая сцена. Здесь ценовая политика зависит от вашей виды. Так что, друзья, вилла отлично. Самое главное еще не только место расположения, еще отделка качества. Отлично, друзья. Очень качественно построен. Я лично сам видел, как они построили, материал потрогал. Так что очень хорошо. Больше слов нет, это просто. Мне нравится вот этот вид. Очень красивый воздух. Невозможно вот эту эмоцию через камеру вам донести. Друзья, с вами был Асым. Ваш человек в Турции. Наш сайт arbatoms.co. Заходите на нашем сайте. Номер объекта тоже добавим. Через номер объекта можете более подробную информацию получать именно про эту виллу, друзья. Если что-то не хватает вам, если помочь нужно, можете к нам обращаться. Вот мой номер телефона здесь написано, друзья. Всем желаю счастья, удачи и любите себя, друзья. Дарите себе турецкий недвижимость. Турция – это, друзья, демократическая и современная страна. В Турции все будет лучше, чем сейчас. Поэтому, если сейчас выкладываете деньги в турецкий недвижимость, потом у вас будет все очень хорошо, чем раньше, чем лучше, потому что в Турции все дорожает, друзья, все меняется. Так что всем пока-пока, я вас люблю.